государственной филармонии и мужской хор Карелии. Пожалуйста, аплодируйте.
боец, я вообще очень люблю быть со сцены. Не только махать руками. Посмотрите на эту гвардию. Помните, песня такая была советская? Если бы парни всей земли хором бы песню одну завели, вот тогда бы был мир на земле, и не было никаких войн, понимаете? Потрясающие песни. Вот, вот эти вот мальчики, эти для меня все мальчики любого возраста, они, вот, это основа, основа нашей культуры, нашего миролюбия. Наш хор скоро будет отмечать 67-ю годовщину. Со дня основания он был создан в 1956 году. При МЕПИ, это был такой мальчиковый университет, поэтому, собственно, и получился хор, мужской хор. Вот. За эти годы хор завоевал все звания, которые только может иметь любительский коллектив, включая даже чемпион всемирных хоровых игр, когда игры проходили в нашей стране, в Сочи. У греха было туда не поехать. Мы поехали, взяли две золотые медали и даже титул чемпиона. Вот. За рубеж хор ездил много раз, мы объездили всю Европу. Ну и бог с ними, понимаете? Сейчас, в общем, да, сейчас как-то даже туда глаза не хотят смотреть. И вы знаете, вот сегодняшний концерт, который происходит вот здесь, в Карелии, в нашей стране, понимаете, он пусть будет началом нашего, значит, как это, покорения Сибири Ермаком, да, покорения, не покорения, а знакомление нашего с нашей страной, великой, огромной страной. Я впервые летом тоже съездила на Байкал, я просто потрясение. И вот сегодняшний концерт, посвященный великому русскому композитору Сергею Васильевичу Рахманину, весь год проходили концерты, серии, сегодняшний тоже концерт мы отдали дань этому великому музыканту, русскому музыканту. Вот, хотя американцы считают, что это американский. Вот. Но он помогал во время Великой Отечественной войны, он свои сборы со всех концертов присылал в Советский Союз. На его на эти деньги строили там танки и все вооружение. То есть это был патриот до мозга костей. Вот. И вот этим концертом, сегодняшним визитом в Карелию, несмотря на то, что такая, ну, не жаркая погода, скорее, чтобы не вспотели, как говорится, чтобы быстрее бегали. Вот. Знаете, тепло мы ощущаем в этом зале. Очень приятно, что полный зал публики. Понимаете, вот это вот прям подогревает, когда ты стоишь на сцене, подогревает вот эта доброжелательность со стороны нашей публики. Вот поэтому мы, начав, конечно, мы тоже много ездили в разных городах, были, мы сегодня прям такую сделаем стартовую, да, как у нас будет сегодня площадка вот эта ваша сегодняшнего дня, мы будем ездить больше по нашей стране, по нашей великой России, по нашим городам и петь для нашей публики российской. Спасибо вам большое. Огромное спасибо.